Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральцы. Хоть на дворе у нас еще и снег, но уже температура в теплице у нас порядка 10 градусов ночью и уже бывает даже 20 градусов днем. Настало время раскрывать наш виноград. Вот таким образом у меня выглядело укрытие винограда. Теперь после пару часов работы я убрал основную часть опила. Остались только открыть ямки. Сейчас мы их откроем и посмотрим, как перезимовал наш виноград. Итак, первую ямку мы вскрыли. Виноград у нас выглядит неплохо. А теперь его проверим на жизнеспособность. Делается это очень просто. Как же можно проверить, живой у нас виноград или нет? Для этого просто нужно сделать срез. Вот срез у нас сделан. Виноград зеленый, значит, он перезимовал благополучно. Также можно проверить и почечки, живые у нас или нет. Для этого нужно разрезать ее пополам. Вот, если видим, почечка зеленая и живая. Так, открываем следующий куст. Вот у нас уже где-то лоза здесь идет. Почему именно опил я выбрал для укрытия винограда? Ну, он имеет очень плохую теплопроводность. Что это значит? Он плохо проводит как холод, так и тепло. Бывали, наверное, случаи у каждого, когда зимой на снег вам привозили опил, потом опил убирали, но еще и в середине лета можно было под ним обнаружить лед. К тому же, это светлый материал. И когда зимой выглядывает солнышко и в теплице становится достаточно тепло, опил сильно не нагревается, так как в основном тепло отражает. Так, теперь откроем наш кустик. Я прикрывал лозы еще, кроме опила, досочками. Так, ну и достаем с этой стороны лозу. Также проверим ее на жизнеспособность. Делаем срез. Лоза прекрасно перезимовала. Срез имеет ярко-зеленую окраску. Теперь проверим почки. Можно очень просто даже проверить почки, просто срезав ее. Ну вот видно, что часть почки здесь почернела. Но замещающие почечки зеленые. А этого вполне достаточно. Причем это у нас самая верхняя почка. А есть еще, ну, порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За окном у нас еще во всем зима. Лежит снег. А в теплице мы уже открыли виноград. Тем самым увеличили срок вегетации. Итак, мы закончили посадку саженцев, открыли виноград, но для надежности поставили дуги и теперь все закроем укрывным материалом. Укрывной материал — это основной помощник для северного виноградарства. Наши саженцы и виноград мы закрыли укрывным материалом. На этом
работы на сегодня закончены. Хоть на улице сейчас еще и зима, а у нас уже виноградик потихоньку начинает просыпаться. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, обязательно делитесь своими советами, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч!